Всем привет, дорогие друзья, с вами Барон. Я сейчас нахожусь на втором сервере Evolve Roleplay, по которому я стримлю уже второй день. Первый день я стримил вчера, и, кстати, спасибо вам, ребята, огромное, то, что вы набрали 460 лайков на предыдущем ролике. И, ребят, как раз-таки у 460 человек, у них песос больше 5 сантиметров. Ну а, ребят, давайте посмотрим, у кого больше 8. То есть, если у вас больше 8 см, ставьте лакос. Ребят, сегодня я хочу вам рассказать, откуда у меня дом S-класса, и много идут вопросов, и много оскорблений идут за счет того, что типа... Твою мать, барон, тебе дали админы, базарил. В общем, в чем вся суть? Мне админы деньги никакие не давали. То есть деньги мне никто не давал, никто мне не переводил ни на банковский счет, ни на наличный счет. Мне денег не давали, ребят. Я просто покажу вам сейчас одну программу впишу, ну, одну команду. Опять же, простите меня, пожалуйста, за то, что я сейчас буду заикаться, запинаться. Я сегодня отстримил 5 часов для всех вас, чтобы вам было приятно меня смотреть. И... просто я там пообещал вам то, что если мы там за час набираем на стриме 250 лайков, я буду стримить 5 часов, и я отстримил 5 часов, ровно 5 часов. Стрим выйдет на канал. Спасибо вам большое, если вы уже поставили лайк. Извините, ребят, то, что иногда выпрашиваю лайки, но я тоже обычный человек, и тоже хочу, чтобы мои ролики, которые я делаю, хоть как-то набирали какую-то популярность. И предыдущий ролик дал мне понять то, что у меня очень хорошая армия людей, которые... поставили лайк, может это из-за того, что у них песос большой, может еще что-то, но спасибо этим людям большое, просто от чистого сердца, от чистой души, спасибо вам большое. Сейчас вы будете видеть некие скрины открытия сервера и как все это происходило. Ребят, это все было просто потрясающе, но сегодня я вам расскажу моменты со стримов, что и как, откуда у меня бабосы и откуда у меня дом все-таки S-класса. А в следующем ролике, если мы наберем 400 лайков под этим роликом, я расскажу, как открывался Evolve RP, что было именно до того момента, как только открыли Evolve RP. То есть, что было, когда там стояли админы и все остальное. И вы увидите фото и видеоотчет. Значит, ребят, я... сидел на стриме в тот момент и пообещал всем вам, именно всем вам, когда открылся сервер, то, что я куплю себе дом S-класса. Изначально я писал вроде Максиму и говорю: Максим, ты мне не выдашь денег там на домик S-класса? Вроде, ну короче, кому-то я из админов писал то, что типа не выдашь ты мне денег. Меня, ну как бы, соответственно, сказали, типа, слушай, такую сумму как бы выдавать никто не будет, смысла нету. Потому что на дом S-класса выдавать, ну это писец. И потом я ушел отдохнуть немножко, прихожу, у меня приходит код мне на mail. Ну, как бы я не буду просто говорить, я просто вам скажу так, что я сделал, что я натворил и для чего. Но сделал я это для того, потому что я люблю всех своих подписчиков, и я вам обещал это сделать. Поэтому я это и сделал. Мне приходит там кодик, и вы увидите ролик в конце, что я дальше сделал там с вебочкой. Ну, без вебки, на самом деле, там, вырезка со стрима, по сути. В общем, не будем долго оттягивать. Я пропишу вот эту волшебную команду, и вы видите донат-счетчик. Донат-счетчик 35 625 тысяч вирт. 35 миллионов. Плюс я разыграл 7 миллионов в группе у себя ВКонтакте, плюс мне дали подписчики еще до того, как у меня появился донат-счетчик. Мне дали ребята, короче... 2 миллиона, и я купил себе домик. Спасибо этим людям, которые помогли мне с деньгами. Я благодаря вам смог разыграть 7 миллионов вирт. То есть сегодня происходил розыгрыш, и много, конечно, бомбануло, расстроились ребята. Ребята, извините то, что я вас там расстроил, допустим, но это честный конкурс. Мне даже писали, говорят, давай мы тебя задоним, но только ты подтасуй, выиграешь, сделай так, чтобы выиграл я, но я отказался. Во-первых, это невозможно сделать, ну, наверное. Во-вторых, я просто не люблю какие-то подтасованные выигрыши. Просто человек выиграл, он молодец, все. В общем, взял я себе вот этот домик. Кто был на стриме, когда я выбирал себе дом S-класса, ребят, поставьте, пожалуйста, лайк, потому что я выбирал, короче, вот либо этот дом взять, либо вот этот вот. Но этот дом, как вы видите, уже купили. То есть вот, либо вот этот дом, либо этот.
И все писали, флудили позитив. Вазович, ага. В общем, все писали, типа, бери вот этот, и я его взял. Но тут, кстати, самое печальное, то, что в этом доме интерьер, то есть, ну, как у меня на первом сервере, тоже дом из класса. И я такой посмотрел, типа, ну, блин, раз аудитория пишет, я вот тут вот встал такой, типа, ребят, какой дом брать? Этот, ну, дом 1 или дом 2? И все пишут, дом номер 2 бери, он хороший, он крутой, он охеренный. И да, это очень красивый дом. Но изначально я хотел взять себе дом за 50 миллионов вирт. Это дом номер 1. Это с вертолетной площадкой из миссии в Сан-Андреас, когда мы там с Якудзо кого-то убивали, точно не помню. Или Якудзо мы там убивали за СиДжея. В общем, все было просто потрясающе, и я взял вот этот вот себе домик. Ну, давайте небольшой вот обзорчик этому домику я сделаю. Дом S-класса, то есть вот, чтобы никого не обманывать, потому что я, ребят, в принципе, никого не обманываю, и свои слова я всегда исполняю. То есть вот, что я говорил, дом куплю, что я говорил сегодня, если там наберем 250 лайков на стриме, я простримлю 5 часов, ровно 5 часов я простримил, ребят. Даже онлайна не было уже, там 60 человек был, и я стримил. Вот, дом S-класса, 32 номер дома, и почему я его еще взял, это вот из-за этого прекраснейшего просто интерьера. Интерьер покорил меня на самом деле, мне очень нравится этот интерьер за счет того, что он очень красочный, он с хорошим освещением, я бы так сказал. И я действительно ждал того момента, когда наконец-то у меня будет такой же дом. Ну, такой дом. Вообще, этот дом считается довольно легендарным, то есть, когда через месяца 4... На этом сервере будет всегда 1000 онлайна, если, конечно, будет. Этот дом будет стоить не одну сотню миллионов. Серьезно. Он может... Ну, продать я его смогу лямов за 70, за 80, учитывая, что у него ГОСТ 30 миллионов. Но я его смогу за эту сумму продать, потому что дом реально прекрасен. Кстати, еще от администрации Evolve Roleplay всем закинули в сейфе определенное количество вещей. Кому-то ключи от камеры, кому-то материалы, кому-то оружие. Вот мне АК-47 кинули. М4, райфл, плюс Desert Eagle, то есть мне кинули, и шотганчик. То есть вот жалко то, что ключей нету, надо будет закупить как-нибудь. И еще, ребята, я нашел себе один бизнес на будущее. То есть, почему именно я сейчас сказал на будущее? Потому что я хочу подкопить очень огромную сумму денег. Это примерно 40 или даже 60 миллионов вирт. И купить себе один единственный бизнес, который... Он приносит неимоверную прибыль, я вам серьезно говорю. Он приносит не 1 миллион даже вирт в сутки. И этот бизнес, я посмотрел на него и решил его взять. К сожалению, я не могу взять его сейчас, потому что у меня второй уровень, а ставки на бизнес можно делать только с 4 левела. И плюс, ребята, кто не знает, есть такая интересная штука. И сейчас обращение к администрации, которая посмотрит это, передайте, пожалуйста, спецам. Дорогие спецы, дорогие люди, которые делают Evolve RP, можно так сказать. До следующего вращения 4 часа 51 минуты. Сделайте так, если игрока кикает, если он не сам выходит, а его кикает или еще что-нибудь, таймер не обновляется. Это, блин, со мной многие согласятся, то, что иногда ты отошел там или еще что-нибудь. Сделайте так, то, что после рестарта это будет обновляться и можно... Одно вращение в день, допустим. По-любому задроты просидят на анти-АФК ботах, но они просидят. Ребят, вы сделайте просто так, чтобы это не обновлялось. А один день можно было просто один раз в день можно это было делать. Простите, пожалуйста, ребят. Давайте сейчас я вам покажу все-таки, где находится эта заправка. Ну, вернее, как. Там и заправка, и 24/7. Я хочу себе 24/7, но и заправка там тоже приносит огромную прибыль. Вы офигеете, ребят. И, кстати, по поводу дома. Вот он стоит по госцене. Блин, очень сильно я хочу этот дом взять себе. Он стоит 50 миллионов. Но он очень красивый, очень просторный. Но, к сожалению, видно, как говорится, не судьба. Ну и ничего страшного, на самом деле. Давайте сейчас я вам покажу. И сразу прямое включение будет тогда, когда я туда все-таки приеду. Итак, сделал я небольшой кружок, и я уже подъезжаю. Я покажу вам два бизнеса. Вот это, например, заправка, которая приносит не очень большой доход. Но, ребят, вы офигеете. Идел Вуд Газ. Так, стоп, секундочку. Сейчас я веду нормально. Идел, так, Вуд Газ. Смотрим. 449 тысяч в сутки. Ну, за сутки она принесла.
Это, представьте картину, то, что за день заправка приносит 500 000 чистыми деньгами. Просто 500 000 вирт она вам приносит. С нихера просто. Купили ее точно не за 100 000 000, там, не за 20, не за 30. Ее просто купили люди, которые прокачали 4-й левел быстрее всех. А теперь, ребята, давайте-ка вы посмотрите на тот бизнес, который нахер приносит больше 1 000 000. Я не знаю, сняли там сейчас, не сняли. Но, ребят, у меня должен остаться скрин. Я веду, сколько там было и сколько там сейчас. И соедините эту сумму. Вот серьезно. Ну а теперь прошу к вашему вниманию, ребята. Посмотрите просто прибыль данного бизнеса. Она... Я сам сейчас охерел. В этом часу заработано 412 тысяч вирт. 412 тысяч вирт, дорогие друзья, за один час заработал этот бизнес. Это пипец просто, это огромная сумма. Тут днем было 700 тысяч. Этот бизнес зарабатывает больше 2 000 000. Тут хозяин может поднимать огромные деньги. Я не знаю, может во время открытия это просто, или еще что-то. Но, ребят, больше 2 000 000, мать его, вирт. 2 000 000! Ни СТО, ни ферма так поднять не смогут. Ферма вряд ли поднять, но СТО, ну, может быть, в урожайный день. 2 000 000 вирт. Это просто невозможно. Я сейчас смотрю на это, я не понимаю, как это вообще можно было сделать. Но, ребят, это 2 000 000. Я не знаю, что сказать. Просто я хочу выкупить этот бизнес. Я его выкуплю. Я договорился с хозяином Фернандо Скоттом, то, что я плачу ему 15 000 000 и потом на аукционе выкупаю его. За любые суммы. Надо будет дом солью, но я выкуплю этот бизнес, если он также будет приносить прибыль. На этом я заканчиваю, ребята, этот ролик. Следующий ролик, я обещаю вам, будет... я завтра буду стримить часа 3-4. И я вам обещаю то, что будет, собственно говоря, ролик более интересный, более информативный и более насыщенный. Потому что этот ролик я придумал только что записать. Рассказать вам, что у меня происходит на сервере. Но следующий ролик у меня уже планирован давно, и он будет и с монтажиком, и с переходами, и с чем-нибудь более интересным. Я буду продумывать и делать это... Может, полдня даже банально, но сделаю для вас шикарный ролик. Спасибо, если вы поставили лайк, если вы смотрите меня искренне. Спасибо вам огромное за вашу поддержку и помощь. На этом я, пожалуй, закончу. Я просто сейчас пойду посплю немножко, но я очень хочу этот бизнес. Я его реально выкуплю. Заработаю, задоначу, неважно, но я хочу выкупить этот бизнес. Спасибо всем вам большое, то, что вы меня смотрите. Просто от чистого сердца. С любовью, как говорится. Спасибо вам большое, ребята. Всем удачи, всем сладких снов, если вы смотрите этот ролик прямо как он вышел. Ну а так, доброе утро, добрый день и добрый вечер, как говорится. Вернусь скоро к вам вновь. Всем удачи, всем пока. Тан-тан-тан-тан-тан. Донаты, донаты, донаты. Так, стой. Пятьдесят шесть, сорок шесть, 21. Ребята, красота, 35 000 000 вирт. Найс. We'll be right back.